Привет! Сегодняшнее видео будет посвящено разбору вопроса от подписчиков. Дано уравнение взаимодействия соли и основания. Необходимо уравнять. Ну, то есть дана схема реакции, необходимо поставить коэффициенты и уравнять. Есть у нас сульфат железа трехвалентного, который вступает во взаимодействие с гидроксидом натрия, натрий OH. Классическая реакция обмена. Металлы меняются местами. Железо у нас занимает место натрия. Натрий становится на то место, где было железо. Образуется. Феррум соединяется с гидроксильной группой. Образуется нерастворимое основание феррум OH трижды. Почему? Потому что здесь железо трехвалентное. Гидроксильная группа всегда одновалентна. Поэтому формула имеет вид феррум OH трижды. И второй продукт – соль, сульфат натрия. Почему такая формула? Натрий одновалентный. Валентность у него постоянная, он стоит в первой группе периодической таблицы. Кислотный остаток SO4 двухвалентный. Про валентность кислотных остатков у меня, кажется, есть видео. Оставлю ссылку. Поэтому формула имеет вид натрий 2SO4. Специально на этом останавливаюсь, потому что часто бывают вопросы, откуда вообще, как составлять формулы, откуда что берется. Почему стрелка вниз возле феррум OH трижды? Феррум OH трижды – это нерастворимое основание. Сейчас я вам покажу в таблице, где это найти. Вот таблица растворимости. Находим феррум 3+, находим, где у нас OH минус, на пересечении этих ионов стоит буква N. Это значит, что нерастворимое основание. Обязательно нужно указывать стрелку вниз. Как я буду уравнивать эту реакцию? Я вижу, что слева у меня два железа, вот индекс двойка, а справа оно одно. Поставлю 2. Железо я уже уравняла. И слева, и справа 2. При этом эта двойка будет относиться как к железу, так и к гидроксильной группе. Чтобы найти число гидроксильных групп феррум OH трижды, мы должны вот эту тройку умножить на 2. Их уже у нас справа получилось 6. А здесь всего лишь 1. Поэтому я ставлю здесь 6. Гидроксильные группы я уравняла. Таким образом, слева у меня получилось 6 натриев, а справа 2. Чтобы их уравнять, поставлю здесь тройку. Натрии уравняли. Теперь проверяем количество сульфатных групп. Справа у нас их 3, потому что тройка относится и к натрию, и к сульфатным группам. И слева 3. Так решается данное задание. Если это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.